Всем привет, друзья и гости нашего канала. Вы смотрите, какой вечер красивый, какое небо. Мы сейчас едем с Халилом в магазин. Нужно кое-что купить. Посмотрим, какие магазины работают. Ну, я думаю, продовольственные работают сегодня. Сегодня первый день Рамазан-Байрама. Рамазан-Байрама кутлу олсун. Всех поздравляем с праздником мусульман, с Рамазан-Байрамом. С начавшимся сегодня. Вот. Значит, сейчас поедем в магазин. Нужно кое-что купить. Завтра придут к нам. Влада и Шукру придут к нам. На чаек. В общем, нужно купить сладости. Там эклеров хочу, конфеток, шоколадок. Сегодня мы друга нашего проводили. Он у нас был 2 дня. Сегодня уехал. Вернулся в Аланию. Вот, поэтому завтра придут другие гости к нам. В общем, отмечаем праздники, друзья. Смотрите, какой красивый у нас район. Все освещается, все очень красиво. Людей практически нет, машин практически нет. Так немножко совсем проезжают мимо. Наш паркинг, который во дворе, вообще пустой. Все разъехались. В основном все уехали в села. К своим родителям, к родственникам. Ну, так как мои родители в Украине, а Халила родители умерли, поэтому нам ехать некуда. Вот, и мы дома. Мы поедем или завтра, или послезавтра на кладбище к Халила родителям. К маме, к отцу. Да, Бим закрыт. Ашок. Шокачек. Ну, Ашок. Бим закрыт. Пойдем в Шок или в А101. Нам без разницы. Потом надо купить фрукты еще. Надо купить хлеб. Да, Урора. Так, друзья, начнем с шоколадок. Максимус мне нужен. Максимуса, наверное, здесь что-то я не вижу. Нет здесь Максимуса. Вот эти очень вкусные, неплохие. 9,75. Зашли в А101, не можем ничего тут найти, потому что мы здесь первый раз. Мы обычно в Бим ходим. А, вон где яйца. Немножко купили сыра, колбаски. Так, где же яйца? А, вот яйца. Ага, 79. Сколько здесь? Торти? Да. 30 яиц, 80 лир. Ну, good price. Хорошая цена. Так, все. Курицу мы в другом магазине купим. Если открытый. Видите, сейчас 10 минут и магазин закрывается. Боже, чего только. Все есть, все. Молоко взяли. Масло, сыр, яйца. Бар. Все, едем в другой, друзья, магазин. Так, сейчас мы купим эклеры. Влада сказала, мама, купите эклеры. Сейчас купим. Хлеб есть. Семит. Мои белые бублики есть. Семит купим. Учтаны семит. Бияс. 4 тана ver, ne yapayım bilir. 57 lira. Aa, 4 tane var mı? 4 tane. 47 lira. Так, приехали, теперь нам нужны фрукты. Купили сладости. Слава богу, работает магазин. Сейчас я куплю яблоки 45. Бананы 60. Апельсины надо купить. Немного есть дома. Не знаю. А, 25 апельсины. И немного огурцов купим. Все, больше так, в принципе, ничего не надо. Все есть. Итак, друзья, полная тачка. Купили курицу. Крылышки куриные. И ножки. Купили огурцы.
купила себе заколку. Йогурт Халил купил. Сахар, лимонад, яблоки, бананы. Купили рахат лукум. Завтра на сладкий стол. Конфетки шоколадные. Внутри орешек. Батончики. Такую шоколадку. Купили мясо баранина. 0,5 килограмма. Семечки, апельсины. Яблоки и шалгам. Перец еще там. Я смотрю, Халил взял. Так, ну вот это вот и все. Итак, друзья, сделали мы покупки. Сейчас вам немножко ночного города покажу. Едем на набережную. Выпьем кофе, немножко прогуляемся по набережной, посмотрим море. На месте ли море? Или не на месте? Приехали мы, друзья. Посмотрите, сколько машин. Это просто. Еле нашли парковку. Куда они едут? Наверное, едут на Марину, в ресторан и в кафе. А может быть, что-то случилось. Вон скорая поехала. Скорее всего, какая-то проблема. Потому что, я так смотрю, на набережной не особо много людей. Почему такие пробки на дороге? Наверное, что-то случилось. Наверное, авария какая-то. Здесь много людей в кафешке. Молодежь одна. Травка зелененькая, погода хорошая, но я тепло одета в куртке. Все в куртке, потому что у нас немножечко снизилась температура. Не жарко, слава богу. Комфортно, в куртке очень комфортно. И все столы заняты. Ну, если все заняты, значит, возьмем кофе и пойдем гулять по набережной. Немножко пройдемся. Я думала, вот здесь концерт, поэтому столько машин. Нет, оказывается, нет. Ой, сколько людей. Боже, что такое? Что случилось? Мальчик кричит как. Смотрите, сколько людей. Вообще ни одного стола свободного нет. Слава богу, поснимали эти новогодние декорации. Я думала, они до лета будут. Халил. И байрамлар. Байрамлар. Так, ну что, идем посмотрим. Бошмасаюк. Ну что, друзья, нам повезло, и мы нашли место. Просто все забито. Просто нет ни одного стола свободного. Так, мой кофе мока. Это Халила. Турецкий, водичка. Здесь сахар. Все, будем пить кофеек, а потом пойдем прогуляемся по набережной. Морешка не видно, друзья. Вы видите, штиль. Волны нет. Ой, какой красавец тут. Он какой красивый. Котик. Черненький. Пантера. За кем-то охотится. Может, мышь, может... Бог его знает. Да, красивый мальчик или девочка. У них тут домик есть. Тут картонная коробка. Там живут кошечки. Ой, какая хорошая погодка. Как хорошо. Сейчас кайфуем. Скоро лето. Я когда вспоминаю, что скоро лето, мне уже дурно. Какая будет жарища. В этом году еще не было зимы вообще. Вот. И обещают такое лето, что такого лета не было. Вообще никогда не было. Такого лета, которое будет в этом году. О, кошмар, конечно. Ну что делать? Надо терпеть. Немножко совсем есть волна, совсем чуть-чуть. Много людей на набережной. Прогуливаются туда-сюда. Ай,
Да, есть немножко волна. Совсем чуть-чуть. Где-то вот там вот домики для котиков. Коробки люди поставили. Подкармливают их, водичку дают. Молодцы. Вот, друзья, видите, картонные коробки стоят. Сверху натянут полиэтилен. Здесь вот еда для котиков. Но уже твари, видите, щелкают прям туда семечки. Щелкают, видите, сколько мусора. Но есть же такие мрази, а? Подонки. Там водичка стоит. Только сюда надо щелкать семечки, ну. Так вот увидела б, убила б, скоты. Скоты и все. Ну что-то я не вижу здесь котиков. Никого нет. То ли они так вот заходят. Ох. Полиция. Полиция не дремлет. Мало ли что. Может быть. Прохладненько. Там вот он, люди расположились, чаек попивают, бутербродики. Это кибитка симпатичная. Здесь продается, видите, сладкая вата, разные сладости. Поделки разные. Кофе, чай. Да, тут даже есть чай. Сейчас сюда на пир зайду. Ничего не видно. Темно. Мужчина, он продавец, вообще в футболке стоит. Жарко ему. А вот там вот дальше, там лунопарк. Там колесо обозрения огромное. Лунопарк, правда, для детей. Не для взрослых. Все, друзья, немножко прогулялись, едем мы домой. Сделали покупки. Завтра придут дети. Посидим, поговорим. Еще раз с праздником. Всего вам самого хорошего.